Подготовка к курортному сезону – тема пресс-конференции, которую провел начальник управления по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициня. По его прогнозам, число отдыхающих в сравнении с предыдущими годами увеличится до 20%. В этой связи, по словам начальника, управлению предстоит большая работа. В настоящее время проверена большая часть санаторно-курортных объектов и пляжей на готовность их безопасного эксплуатирования. Если сказать, что все пансионаты, санатории на сегодняшний день полностью готовы ко всем требованиям для того, чтобы принимать отдыхающих, это неправильно будет сказано. Но, тем не менее, все в сравнении, сравнительно с прошлым и с предыдущими годами, очень многое сделано. Да, и не хватает пожарно-спасательных постов, просто спасательных постов во многих санаториях, на пляжах во многих отсутствуют спасательные станции. Но, тем не менее, многие приобрели небольшие плавсредства, готовят спасатели. В мае несчастный случай произошел около села Псху. Тогда двое парней и девушка переходили вброд реку. Одному из молодых людей повезло. Он смог выбраться из бурлящей воды на берег. Второй утонул. Силами УЧС он был найден ниже по течению. Девушку ищут до сих пор. В начале текущего месяца в Гагре в один день в море утонуло 3 человека. Шестибалльный шторм не позволил сотрудникам УЧС оперативно провести спасательные работы. По словам Льва Квициня, причиной несчастных случаев, как правило, становится несоблюдение элементарных правил безопасности. Отдыхающие, которые приезжают в Абхазию, так или иначе, некоторые с морем сталкиваются впервые. И поэтому у них, к сожалению, появляются вот такие вот проблемы. Одного вообще смыло, там семья целая, мать, жена, ребенок, и вот он вышел на причал и волной ударило, и на глазах у семьи вот так вот трагически все закончилось. Свои прогнозы делают и синоптики. По их данным, это лето будет жарким и сухим. Возникает угроза возникновения лесных пожаров. Если на равнинных участках республики бороться с огнем сил хватит, то в горных лесах может возникнуть проблема, признается начальник УЧС. В горных условиях, в горах тушить пожар, вы же сами прекрасно понимаете, это просто нереально. У нас нет такой техники, там должна работать авиация. Вот. В низменностях, то есть внизу, где возможно, значит, в этом году, как видели, у нас больше, чем достаточно техники, пожарных машин и других средств для тушения пожара. Там, где доступен для человека, где могут подойти и работать наши спасатели пожарные, там, в принципе, особых проблем у нас нет. Добавить работы и проблем УЧСовцам может не только солнце, но и дождь. Это доказали недавно прошедшие проливные дожди. По просьбе столичного коммунального хозяйства спасатели вели работу на сложных участках дорог, вызволяя автотранспорт и людей из зон наводнения. В частном секторе работы было не меньше. Спецтехника, УЧС и сотрудники выкачивали из домов воду, помогали жильцам убрать накопившийся от потопа мусор. Когда видим, что идут проливные дожди, проводим по городу рейды, знаем слабые места, выставляем машины, спасатели, и они всячески, то что в своих силах, помогают там водителям, пешеходам. 4 июля управлению по чрезвычайным ситуациям исполнится 7 лет. Сегодня число сотрудников составляет 528 человек. Ведется работа по повышению их профессиональных навыков. С каждым годом управление пополняется новым оборудованием и спецтехникой. В связи с очередной годовщиной основания УЧС планируется провести соревнования и учения. Фронт борьбы спасателей очень широк. Пожары, наводнения, аварии. Спасатели всегда придут на помощь. Роберт Джопа, Аслан Кокускир, Абхазское телевидение.